чувствует буквально спинным мозгом. Теперь подключение вперед сержана Сара Рера, представителя Гройтерфюрта. Проход, пас налево! 1-0, и сборная Турции впереди! Вот это развитие событий! Ну что же, сборная Португалии не только в 2012 году не забивала, но и не пропускала. Теперь Юмид Булут с этой ситуацией расправился в лед. Единственная нормальная атака, которая прошла у турок, была доведена до ума, и достаточно серьезную и грубую ошибку в центре обороны совершили португальцы. Мало того, что Мигель Лопеш с Пепе дали прострелить поворотом, а Фабио Куинтрао не успел закрыть Юмута Булута. И таким образом счет становится 1-0 в этом матче. Посмотрим теперь, как Эстадио Далуш погонит в аншлаговом варианте сборную Португалии на ворота турецкой сборной. Действительно, забивать нужно было португальцам. Моментов было уйма. Неважная передача накрывает на пост штрафной площади турки соперника. Юмут Булут! Супергол! Вот так вот сами себе португальцы привозят этот второй мяч. И сумасшедший удар удается Юмуту Булуту, который делает в этом матче дубль. Настоящая девятка приехала на плечах своего игрока. И после голевой передачи партнера, как раз Бурака Илмаза, точный удар в ближний угол, и Руй Патрисио принимает мои соболезнования. Футбольные, естественно, но в любом случае и этот удар на совести голкипера. Мяч летел в ближний угол. И действительно, удар получился виртуозный. И самое главное, плод, который сегодня в стартовом составе, и которые еще смогут помочь в следующем отборочном цикле. Фабио Куинтрао. Передача на Криштиану Роналду. Перевод на Нари! 2-1! О, красавец Нари. Ситуация, да, проклятие с незабитыми мячами снято наконец-то. Хороший удар, притирочку. И мимо Балкана Демирели, который посчитал, наверное, что теперь один только его грозный вид будет отводить мячи от его ворот. Как-то вообще ничего не сделал Балкан Демирели для того, чтобы этот мяч отбить. Понадеялся на то, что португальцы вроде как мажут весь матч и будут мазать в дальнейшем.